идентичны. Отличаются только подача и форма исполнения. Принцип движения достаточно знаком. Итак, начинаем с того, что у нас правая нога заворачивается в колено в левую сторону, и мы приседаем. Руки у нас будут разводиться в стороны, перед собой. Раз. Дальше, в женской партии. Когда девочки разворачивают бедра вовнутрь, руки они сходят в крест перед собой и, выставляя ногу в сторону, снова разводят происходную кость. Та-та-та. Мужской партии отличие только в том, что они точно так же делают первое движение, но когда они разворачивают бедра, у них идет хлопок над головой, и также они раскрывают руки. Да. То есть у девочек будет 7-8. Раз и два. У мальчиков будет раз и два. И. 3 и 4 и рукой правой делаем два круговых движения к себе от локтевого сустава. Ногой, соответственно, от колена. Два шоркающих движения вовнутрь. То есть 3 и 4 и. Дальше движение одинаковое в обеих партиях. Мы чуть приседаем в этом положении, грудной клеткой рисуем слева направо кружок. И этим кружком мы как бы себя затягиваем в правой ноге. Руки у нас выпрямляются, когда подставляется левая нога. И когда правая чуть-чуть приподнимается, руки протаскиваем к себе. Солистка поднимает их сюда наверх, допустим, остальные ребята больше к себе. И отсюда на носочках мы перебираем ногами. У нас колени в свободном полете двигаются, а руки делают следующее. И мы ведем правой рукой по левой, не спеша, пока мы разворачиваемся на центр. И в последнем движении рука правая смахивает, как будто смахивающим движением движется по грудной клетке, и голова делает небольшой взмах в правую сторону. У некоторых танцоров нога заводится назад в этот момент, у некоторых стоят две. То есть отсюда руки, руки подтянули, ногу подняли и начинаем двигаться. Соединяем этот кусочек. 7, 8. Раз, два, и. 3, и 4, и. 5, 6, и. 7, и 8, и. Дальше. Сделали. И. На раз. С руками замахивается к бедру, влево, вправо, и делаем шаг на левую ногу. Раз. Дальше будет бит такой па-бам-пам. Мы будем работать плечами. То есть мы раз замахнули сюда, и мы будем бить сначала левым плечом вперед, потом правым сильнее акцентом, потом снова левым назад. То есть та-да-та. Та-та-да. И с правой ноги будем шагать вперед, левая будет подниматься. То есть из этого положения у нас идет раз и два и. Еще раз, 3, 4. Раз и два и. И когда мы будем наступать назад на левую ножку, мы на нее наступаем, правая нога заворачивается коленом вовнутрь, носок ставится в пол, правая нога ставится за себя, левая разворачивается, ставится в полос. Пам, пам. Пам-пам. Движение сопровождается также еще корпусом. И будут работать у нас руки. Мы закончили с гитарой правым плечом. И когда мы делаем шаг назад на левую, у нас левая рука локтем тянется к себе. Да, 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 да. Будет идти левая рука локтем к корпусу, правая рука будет подниматься наверх. Когда мы будем менять ноги, у нас произойдет то же самое с другой руки. То есть у нас правая рука будет локтем к себе, левая в сторону. Только движение это достаточно не будет плавное. То есть 8. Раз. И 2. И 3. И 4. И. Немножко отходим назад. На 5. Делаем шаг на левую ногу, переносим вес. Руки у девочек двигаются кистями, направлены кисти к себе. У мальчиков от себя это движение делается. Но принцип одинаковый. Пам, сюда, на два счета. Нога подставляется, делаем так, так. И пока мы делаем это движение, правая рука у нас снизу, пам, выбрасывается назад. То есть один счет, как мы ее кладем,
так и на другой выбрасываем. Угу. Соединим эту вторую часть. 8. Раз. И 2. И 3. И 4. И 5. 6. 7. 8. Угу. После этого руки делают следующее движение. Ладони направлены вверх. Правая рука идет вперед, левая в сторону. Раз. Потом они меняют свое положение. 2. И на третьем рисуют кружок. 3. 4. Здесь остается только правая рука. То есть правая, левая, кружок, правая. И на И подставляется крест левая. То есть раз, два, три и четыре. И на И руки будут смахиваться назад. В это время у ребят тоже перестроение. У кого-то идут шаги в сторону, у кого-то вперед, у кого-то назад. Кто-то шагает вперед, потом назад. Поэтому здесь в зависимости от того, чью партию вы танцуете, но шажочки у нас, мы шагаем в носочках, и у нас во время шагов также свободно двигаются в стороны коленей. То есть та-та-та-та-та-та-та. И как только рука подставляется, правая нога делает замах к себе, пум. Когда руки раскрываем, нога отставляется назад. То есть там-там. И это движение дает нам разворот. То есть мы отмахиваем себя, начинаем разворачиваться назад. Делать здесь волну корпуса. Когда мы делаем эту волну, у нас руки здесь как будто что-то стряхиваем с ладони. Та-та-та. Когда начинаем движение в другую сторону, у нас рука ведется вдоль корпуса. Согнутая правая в локте. То есть пам, согнутая в кулаке, и мы себя проводим. Собираемся, как кусочек у нас получается. Раз, два, три и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. Угу. Дальше из этого положения у ребят начинается перестроение, они меняются местами, а тут начинается правда, они идут следами. Шаги следующие у нас идет. Шаг на пятку. Нога ставится на крест и снова шагаем в одну сторону. И в другую. Шаг назад сюда. Либо, соответственно, кто-то начинает шагать с левой ноги, так получается левая, правая. Сопровождаются эти шаги. Следующее движение пальцев в положении пистолета. Через грудную клетку выводятся в одну сторону, через грудную клетку в другую сторону. То есть та-та-та-та-та-та. И ребята меняются. Кто начинает слева, тот, соответственно, слева. И последнее движение из этой связочки. Трое под танцы стоят на широких ногах, руки на базе, и они через правую сторону делают 5, 6, 7, 8. Поднимают корпус. Тот, кто стоит на центре, ему правая рука сверху, левая снизу, делает хватающее движение, меняет руки местами и делает на И 8. Крест и руки раскрываются в стороны. И в это же время он садится, опускается вниз на колени. Соберем весь этот кусочек от начала до конца. 7, 8. Раз, 2, и 3, и 4, и 5, 6, и 7, и 8, и. Раз, 2, и 3, и 4, и 5, 6, 7, и 8. Раз, и два, и три, и четыре, и пять, шесть, семь, восемь. Раз, и два, три, и четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дальше сам припев. На первый раунд-ран, начиная с левой руки, мы бьем вниз, немножко сгибая колени. Раз, и у нас одна рука как бы выбивает другую. Бьет вторая. Два. Бьет третий вниз. Три. Третий удар левой рукой. Раз, два, три. И правый два забивающих кулаком вниз движение. И такой забиваем. И в это время колени у нас выбиваются. All run, baby run, all run, baby run. Да, и ориентируйтесь не на текст, а на биты. Там прям слышно по битам, в какой счет этот бит нужно делать. Пам-пам сделали. Отсюда ноги собираем вместе, корпус у нас смотрит в диагональ. На О мы поднимаем руки наверх. Не-на-не.
кисти опускаются вниз, и руки замахиваются за себя. И если мы прыгнули сначала в ровном положении, то когда у нас уходят кисти, мы выпускаем небольшую волну корпуса, то есть отклоняем его назад. Дальше. Руки у нас вот в таком положении. Мы пару раз проводим перед собой и делаем одно долгое тянущее движение. Правая рука оттягивается от себя, левая тянется к себе. Вот это мы стоим по коронам. То есть у нас будет о, не, но, не, но, не, но. Собираем еще раз этот фрагмент. 7, 8. Ран, бейби, ран, о, ран, бейби, ран. О, не, но, не, но, не, но. Дальше отставляется правая нога в сторону, мы имитируем вверх. Run, baby, run. С левой стороны, с левого плеча и руки начинаем. Run, переносим вес в битву на правую ногу. Раз, два, три. На левую, на правую. На счет 4 у нас рука рисует полукруг и уходит в левую диагональ. Мы начинаем на раз снова разворачиваться и бьем рукой сюда, назад, снова сюда. И делаем небольшой бонус. Мы руку уводим назад, за счет этого у нас получается как бы тоже такая волошечка. И run, baby, run, oh, run, baby, run. И отсюда с этой волошечки рука выходит сюда прямой ладонью, там тоже у нас ладонь прямая. О, не. Мы делаем одну волну корпусом вниз. Вам правая нога сгибается, колени руки меняются местами. О, не. Здесь у нас правая выходит вперед. Мы соединяем запястья, поворачиваем ладони в это положение, пока они поворачиваются, мы снова руки идут в это исходное положение. И здесь мы уже делаем два припадания. И то же самое, руки меняются местами, и идет вот этот оттяг. То есть, run, baby, run, oh, run, baby, run, oh, не, но, не, но, не, но. Да, и здесь мы уже успеваем делать две волны, но у нас нога не открывается от пола, а мы делаем движение практически на месте. На второй части раунд-эбиран, основная И, нужно успеть задрать руки наверх. И на раз, на ван, мы делаем прыжок на две ноги в сторону, руки опускаются вниз. То есть И, спрыгиваем на правую ногу, поднимая руки наверх, и левая у нас нога отрывается от пола. На нее переносим вес, делаем шаг, сбрасываем руки в эту сторону. То есть будет на не, на не, но. 8. И. Ран, бейби, ран. На О. Левая рука выносится вперед, правая заводится назад. Нога ставится правая перед собой. На ран. Бедро у вас уходит вниз. Ран. Да, уходит бедро вниз, колено разворачивается на зрителя. Руки меняются местами. Сейчас О. Ран. И дальше повторяем. Бейби, ран. То есть в итоге у нас правая рука должна оказаться подтянута к себе, как в самом начале, и бедро завернуто вовнутрь. Еще разочек. Отсюда. 8. И. О. Run, baby, run. О. Run, baby, run. Дальше. Опять знакомое нам движение. В положении пистолета рука уходит в диагональ. Потом они делают внутренний кружок к себе, и снова рука уходит в диагональ. Движение мы делаем маленькое припадание на правую ногу, оне, потом у них идет перестроение, и еще два таких же с поднятием левого колена. То есть мы здесь закончили на раунд, у нас идет оне, но, не, но, не, но, пам, два раза. И дальше повторяется связка run, baby, run с маленьким изменением. Мы начинаем бежать на правую ногу, левая рука спереди. Дальше мы меняем положение ног, меняется рука. Меняем положение ног и меняется рука. То есть run, baby, run. На носочках у нас ноги поворачиваются в сторону. Run, baby, run. О, ноги задирают. На счет 4 рука поднимается туда. И снова разворачиваемся. Run, baby, run. Такая же волошечка здесь небольшая идет корпусом, и рука уводится назад. И уже знакомое движение. Не. Одно припадание вниз. Не. Петелька руки идут на исходное положение. И два припадания. Не, но, не, но. И также оттягиваются руки. Соединяем весь этот припев целиком, медленно, большой. Я стараюсь не считать, а именно пропевать, потому что легче ориентироваться на текст. 7. 8. О. Run,
baby, run. Oh, run, baby, run. Oh, ne, na, ne, na, ne, na. Oh, run, baby, run. Oh, run, baby, run. Oh, ne, na, ne, na, ne, na. Дальше. Oh, run, baby, run. Oh, run, baby, run. Oh, ne, na, ne, na, ne, na. И финальное. Run, baby, run. Oh, run, baby, run. Oh, ne, no, ne, no, ne, no. На этом заканчивается припев. Соберем всю связочку целиком в отсчет. 7, 8. И раз, два, и три, и четыре, и пять, шесть, и семь, и восемь. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, и пять, шесть, семь, восемь. Раз, и два, три, и четыре, пять, шесть, семь, восемь. О, run, baby, run. О, run, baby, run. О, не. No, 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 no. Oh, run, baby, run. Oh, run, baby, run. Oh, ne. No, 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 no. Oh, run, baby, run. Oh, run, baby, run. Oh, ne. No, 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 no. Oh, run, baby, run. Oh, run, baby, run. Oh, ne. No, 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 no. Так. Соединим все вместе под скорость 8.